Красногорск вошел в число 15 лучших туристических направлений Московской области. По данным Комитета по туризму, городской округ – одна из наиболее часто посещаемых территорий наряду с Коломной, Сергиевым Посадом, Одинцово и Серпуховым. Неофициальная столица региона в лидерах и по реализации проекта губернатора «Зима в Подмосковье». В туристическом Красногорске активно развивается эко-отдых. Парк Губайловский включает в себя множество площадок для занятий – от воркаута до маунтинбайка и рассчитывания на разные группы населения. Популярностью пользуются также музей техники Вадима Задорожного, музей-усадьба Архангельская и вкусная лаборатория группы компаний «Союзнаб».